сколько стоит собраться на одноразовый, я не знаю, какой сабантуйчик наш. Лёха сейчас держит пакет над шашлыками, которые полыхают в огне, так категорически делать нельзя, чтобы хоть как-то спасти. Где-то затупили, оно стопудово где-то могли затупить и забыть. Блюдо какое-то не удалось, ты такой расстроенный, и нужно вот это расстройство чем-то загасить. Вот, Лёха полезен только в поедании еды. А вот здесь вот девчонки сидят в норе и нарезают помидоры. Ну, Лёха улыбается. Это уже хорошо, если Лёха улыбается. Вот. Нет, ладно, шучу. Лёха на самом деле полезный чувак. Вот. Опа. 358 цена нашего спонтанного похода. Ребята, идем дальше в лес. Оказалось ли наше спонтанное путешествие плохим? Нет. Потратили мы 3000 рублей? Да. Давай встретимся фразами честными, задержками на двоих, губительная слабость на двоих, губительная радость, мурашки, босые ноги по холодному паркету. Друзья, всем привет! Сегодня лето на дворе, это понятно, капитан очевидность. Собрались мы в спонтанный поход в соседний лесок. Мы с собой не взяли ничего, кроме трех вилок и ножа. Вон с нами в спонтанный поход еще собрались ребятки. Сейчас как раз дождь бахнет, и мы собрались в тот момент, когда нужно. Это... Короче, что такое спонтанно собраться на шашлыки? Это вот здесь вот сумасшедший тип. И он бегает и говорит, кроме шашлыка ничего не надо. Говорю, а ты на палец будешь нанизывать? Он, да, мангал еще нужен. И вот, короче, мы бегаем, взяли одноразовый мангал, сейчас лавашек возьмем, взяли мясо. Сейчас, короче, наберем все вот это все. Я скажу, сколько у нас это вышло, короче. Сколько стоит собраться на одноразовый, я не знаю, какой, сабантуйчик наш. Привет. Так. Набрали мы здесь целую корзину всяких штук. Сейчас скажу, сколько это стоит. Короче, как я уже сказал, мы особо не готовились, не собирались, поэтому если мы что-то забыли, где-то затупили, а мы стопудово где-то могли затупить и забыть, то как бы это и есть последствия быстрого сбора на природу. Есть последствия быстрого сбора на природу? Какие? Мы затупили где-нибудь и что-нибудь забыли, какую-нибудь палку-копалку, которая нам нужна. Все нашли в магазине. Так, забыли мы палку-копалку, которая нам нужна? Нет. Скуп. Нет, вот главный, мы ничего не забыли. Забыли взять мне еды. Вкусной еды. Вот. А Лёху мы отправили за этим, за перчатками. Вот Лёха полезен только в поедании еды. Быстро, много, вкусно. Ну, еще немножко может помочь подобрать пластиковые там штуки, какие-то тарелки и так далее. Вот. Нет, ладно, шучу. Лёха на самом деле полезный чувак. Вот. О! Так, вот я как раз рассказываю про твою пользу. Сколько стоит? Ну, потому что будем, я буду показывать. Сотку. Сотку точно? Не 300? Да, да, да. Потому что ты мог повестись сотку на красоту и типа 3 да, сотки. Да, да. Все, сейчас, короче, мы идем на кассу. Все, ребята, мы уже на кассе. Сейчас посмотрим, как у нас это вышло, короче. Вот этот спонтанный сбор. Знаете, что мы сделали? Мы, блин, тупанули. Ну, не тупанули. Мы купили 2 килограмма шашлыка и еще 1,7 кг шашлыка. Нахрена мы столько взяли на 4, непонятно. Но Леха улыбается. Это уже хорошо, если Леха улыбается. Поехали. Не, спасибо. Пока нет. Так, мы посмотрим, сколько у нас сейчас уже почти на 3. 70. Это наш. Это цена нашего спонтанного похода. Так. Да, окей. Так. Карта магазина. Сейчас посмотрим. Опа. Тыдым. 358 цена нашего спонтанного похода. Ребята, идем дальше в лес. Мы почти дошли до местности. Вон там даже, смотрите, встретили семейство уточек. Утка с уточками. Но это еще не все. Я люблю Лехе такое говорить. Леха пошел на мостик. Это еще не все. Сейчас мы, там вон девчонки подходят. Скуп бежит. Мы, наверное, пойдем, скорее всего, туда. Туда. И будем там искать свое место силы. Так, ребятушки, вот мы здесь вот такое вот нашли местечко. Мы уже здесь обосновываемся. И я хочу вам показать место, где мы сейчас находимся. Так, ну что, мы, короче, продолжаем жарить. Мы только начали. Получается, у нас все хорошо. Так, сейчас мы это... Я сделаю вид, что я это перевернул. Нет, перевернул, все нормально. Так.
Вот. Поэтому все тут хорошо. А, кстати, наш поход. Ты уже выключил камеру? Нет? Ты так перевернул специально? Наш поход нам стоил сколько? 3000. 3000 рублей. Я считаю, это абсолютно охрененно. Мы купили 2 килограмма мяса куриного, 700 грамм мяса из свинины, и вот их жарим. Знаете что? Это называется спонтанные шашлыки. Когда ребятки собрались, давайте шашлычка. А что для этого нужно? Да ничего. У нас пятерка рядом. Леха сейчас держит пакет над шашлыками, которые полыхают в огне. Так категорически делать нельзя, чтобы хоть как-то спасти. Но это еще не все. А вот здесь вот девчонки сидят в норе и нарезают помидоры. Вот. И вон скуп там лазает. Вот что значит спонтанный шашлык. А вот наше спонтанное путешествие закончилось. Мы там все потушили, все убрали. Все как полагается. У нас получилась черная мамба. Что такое черная мамба? Это когда ты поджигаешь угли, чтобы быстрее как-то доделать мясо. Вот. И, собственно, во что выливается спонтанное путешествие? Первое, в хорошее настроение и в приключения. Второе, в немножко подгоревший шашлык. Ну и третье, в замечательное эмоциональное состояние. Поэтому, оказалось ли наше спонтанное путешествие плохим? Нет. Потратили мы 3000 рублей? Да. Сейчас мы идем делать в моей духовке гриль, доделывать мясо, которое осталось. И порадовать себя чем-то сладким, потому что, знаете, после того, как блюдо какое-то не удалось, ты такой расстроенный, и нужно вот это расстройство чем-то загасить. Вот Леха, собственно, захотел загасить это все сладким... сладким каким-то, я не знаю, что там? Бабалетом. Каким-то сладким бабалетом, блин. Вот, поэтому вот так.